Привет, ты на канале о бизнесе. Сейчас мы поделимся с тобой очередной порцией улетных бизнес-идей. Готовься получать инсайты и стартовать. В нашей подборке ты найдешь идеи для работы дома или в гараже, а также варианты, подразумевающие аренду площади и закупку особых автоматов. Как всегда, любую позицию можно преобразить по своему усмотрению, чтобы зарабатывать еще больше. Ставь лайк этому видео и смотри его до конца, чтобы узнать, что мы для тебя приготовили. И не забывай подписываться на канал, мы постоянно делимся разными идеями, товарами и стартапами. Будет полезно. Рассказывая о бизнес-идеях, мы не могли обойти стороной компанию Пари, являющуюся ярким примером успешного бизнеса. Всего за один год компания Пари заняла лидирующие позиции на рынке, сделав акцент на новый технологичный сервис, инновационное приложение и лучшие условия для клиента. Если вы увлекаетесь спортивными событиями, то наш партнер Пари предоставляет 1000 рублей при регистрации по ссылке в закрепленном комментарии. А мы продолжаем. Места отдыха без интернета и социальных сетей. Иногда нужно проводить цифровой детокс и отдыхать от мобильников и социальных сетей. Но не так-то легко это сделать, если ты привык постоянно обновлять ленту и постить каждый свой шаг. А еще есть начальники и клиенты, которые готовы прислать тебе техническое задание с почтовым голубем. Как быть? Арендовать домик в уединенном месте, где нет ни души, а только первозданная природа. В таком домике есть все необходимое для жизни, а перед въездом все гаджеты запираются в ящик с навесным замком. Но не все так страшно. Если что, ты сможешь связаться с цивилизацией по старому кнопочному телефону, который тебе выдадут. Так вот, в таком домике можно провести несколько дней без интернета и социальных сетей, делать фото на полароид, наслаждаться треском камина, заваривать чай в металлических кружках и созерцать чудесный вид из окна. Такую услугу можешь оказывать ты сам. Нужно найти только уютное место, поставить там пару домиков и приглашать в них постояльцев. Вендинг со сладкой ватой. Что может быть лучше и вкуснее манящего облака сахарной ваты? Только вендинговый автомат, с которым не нужно платить за целый рабочий день сотруднику. Идея проста. Ты закупаешь вендинговые автоматы со сладкой ватой и устанавливаешь их в популярных местах своего города. Это могут быть торговые центры или точки в парках и местах отдыха, крупные сетевые магазины с высокой проходимостью или детские развлекательные центры. Дальше тебе остается нанять человека, которому можно платить за выезд на точку и обслуживание автомата. А после машина все сделает сама. И деньги примет, и вату накрутит. Все довольны и счастливы, а ты еще и с прибылью. Кстати, в Телеграме собраны такие бизнес-идеи, о которых ты точно ничего не слышал. Так что загляни, ссылка в описании. Будем рады тебя видеть. Производство полиуретановых панелей для декора помещений. Часто при ремонте в квартире или загородном доме люди отдают предпочтение полиуретановым панелям вместо обоев. Их легко устанавливать, также легко мыть, а еще за ними не видно неровных стен. Они обладают звуко- и теплоизоляционными свойствами и выпускаются в виде сэндвич-панелей. Ты как раз можешь создавать эти панели и продавать их в строительные магазины, частным клиентам или компаниям, которые занимаются ремонтом. Что еще хорошо, ты можешь выбирать, какие панели производить. Низкой или высокой плотности, однотонные, цветные или 3D-панели с авторским рисунком. Последние, кстати, очень популярны у дизайнеров интерьеров, так как с ними легко расставить акценты в помещении. Невидимые татуировки. А эта идея придется по душе молодежи, поклонникам аниме и девушкам лет до 25. Заключается она в производстве невидимых переводных татуировок. При обычном освещении их совершенно не видно, зато под ультрафиолетовым светом на теле сразу же появляется красивый рисунок. Их можно наносить перед походом в клуб или в качестве дополнения к костюму для танцевальной группы. Производство букетов из свечей. Клиенты охотно дарят своим друзьям и родным свечки, но не хотят повторяться из года в год, поэтому ищут старый добрый воск в новом исполнении. Чем ты можешь порадовать свою аудиторию? Подглядывай за маловарами. Создавай наборы и букеты из свечей. Производить их так же просто, как обычные формовые свечи. Ты заказываешь нужные молды из силикона, заливаешь их воском и получаешь целый букет, например, ромашек. Теперь тебе нужно покрыть акрилом лепестки или серединку и упаковать каждую ромашку в крафтовую бумагу. Что хорошо, ты можешь создавать самые разные букеты в упаковочной бумаге или в шляпных коробках. Можешь делать мимимишные наборы со свечами-мишками, посыпать все это блестками, добавлять бантики, стразики и открыточки. Такую красоту у тебя очень быстро раскупят. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и ставь лайк. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!